HD-радио или радио высокой четкости – системы цифрового радиовещания, предложенные для замены аналоговых и гибридных систем вещания в начале нового века. Официально действующий формат HD-радио называется NRS-C5 и является полностью цифровым способом вещания в зависимости полосы сигнала и скорости передачи данных. До полной замены аналогового вещания многие радиостанции транслируют сигнал HD-радио в дополнение к обычному сигналу, позволяет принимать эти передачи как на аналоговый, так и на цифровой приемник. Количество радиостанций, имеющих одноканальное HD-радио вещание, составляет сейчас около 1900, а многоканальное – около 1000, только на территории США. Одним из преимуществ протокола NRS-C5 является возможность вещания в формате 5.1 объемного звука. Формат сигнала HD-радио называется PAC – Perceptual Audio Coder. Важным достоинством работы HD-радио является возможность передачи сигнала высокой частоты по узкому каналу диапазона AM, что прежде приводило к низкому качеству сигнала. Кроме того, при цифровой передаче полностью устраняются эфирные помехи, которые не подлежат оцифровке, что также повышает качество выходного сигнала. До сих пор неопределенным является, какой из форматов цифрового радио будет предпочтительным. Но главное, что радиовещание в своем новом виде послужит еще много лет одним из важных средств массовой информации.